И Лисушка заканчивает рисовать подарок для дедушки Вити. Кого же ты здесь рисуешь, радость моя? Я рисую девочку. Я Марию Мирабеллу. Ты себя рисуешь Марию Мирабеллу? Я себя рисую и Марию Мирабеллу. Отлично. А кто же из них ты? Я в серединке. Ты в серединке? Класс. А где Мария? Вот здесь. Отлично. Значит, а то Мирабелла. Класс. Супер. Так сейчас ты им еще прически, да, дорисуешь? Да, прически. Отлично. Сейчас ты рисуешь, когда рисуют прически и поздравит. Кого мы будем поздравлять с днем рождения? У кого день рождения? Дедушки Вити. Точно. А сколько же ему исполняется лет? 67. Ух ты, точно. А что ты хочешь дедушке Вите пожелать в день рождения? Хорошее здоровье. Чтобы у него было хорошее здоровье. Молодец. Так, а что нужно, чтобы было хорошее здоровье? Чтобы он кушал хорошее протеина. Протеины, чтобы он кушал хорошие. Так, а где содержатся протеины? Гречную кашу и курочку. Так, совершенно верно, точно. Гречневую кашу и курочку нужно кушать. Так, а еще... А еще что нужно делать, чтобы было хорошее здоровье? Спортом нужно заниматься? Да! Отлично! Значит, нужно заниматься спортом, дедушке мы пожелаем. Так, а еще что мы ему пожелаем? Что дедушка любит делать? Куда он любит ходить? На рыбалку! Точно, на рыбалку любит ходить. И что же мы ему пожелаем на рыбалке? Что мы ему пожелаем? Он может рыбки достать. Может достать рыбки много там? Пожелаем, чтобы он достал много рыбки, да, поймал? Пожелаем дедушке хорошего улова. Так, замечательно. Великолепно. Так, а кто присоединяется к нашим поздравлениям? Все наши подружки. Наши подружки, а еще кто? Все мои подружки. Все твои подружки? Так. Да. И кто еще? Кто там голосок подает? Кто еще присоединяется? Кто еще будет поздравлять дедушку Витю? Максик. Максик. Так. Максюськин, ты тоже будешь поздравлять дедушку Витю? Скажи, дедушка Витя, скажи, с днем рождения. И пошли поцелуй. Как Максик пошлет поцелуй? Как ты пошлешь поцелуй дедушке Вите? Ну-ка, покажи. Как ты пошлешь поцелуй? Бубух. Как Максик? Ба. Ба. Да, там дерево такое. Вход в школу. А как? И там грузовик. А как Максик пошлет поцелуй? Ну-ка, пошли дедушке Вите поцелуй. Вот так. Вот такие большие поцелуи. Вот такие дедушке Вите поцелуи от Максика. Да, вот такие большие. Я уже закончила. Да ты что, правда? Ну-ка, давайте посмотрим. О, замечательно. Какие красивые девочки. Лизушка сейчас напишет «С днем рождения». Что там, Максюнечкин? Что там? Днем. Угу. Днем. С днем. Как, какая буквочка после «Н»? Что-то такое получилось. Это разве так пишется «С днем, радость моя»? Какая буква после буквы «Н»? Это ты же придумала, моя выдумщица. Д. Молодец. Дальше. Н. Н. Дальше. Ё. Конечно. Молодец. Ём. О, другое дело. О, ро. Какая потом буква? Рож. Жд. Молодец. Умничка. Рожд. Е. Е. Молодец. Е. И. Умничка. Е. Молодец. Браво. Витя. С
супер, и восклицательный знак. Замечательно, великолепно. Вот такой, дедушка, тебе подарок. И поцелуй шлёшь, моя радость? Да. Милисушка, шлёт поцелуй, как ты шлёшь поцелуй? Ой, такой поцелуй.